8 сентября профессионалы и любители бега вновь соберутся на традиционную эстафету газеты «Советская Чувашия». Этой осенью она пройдет 81 раз. С 1932 года практически ежегодно, за исключением военного времени. Эстафета газеты «Советская Чувашия» – такая же неотъемлемая часть спортивной жизни республики, как и Олимпиада для мирового спорта. Менялось время и место проведения, меняются правила, меняются составы команд, но воля к победе неизменна. 8 лет с момента создания национальной телерадиокомпании «Чувашия» наши команды участвуют в эстафете. Для журналистов это и драйв, и положительные эмоции, и возможность еще раз доказать, что талантливый человек талантлив во всем. Вот когда мне впервые предложили принять участие в эстафете «Советская Чувашия», я с удовольствием согласилась. Вот мне было интересно почувствовать те самые эмоции, которые чувствуют, наверное, спортсмены. Это и на старте, и на финише. Это очень волнительно. Пришли, мы не думали, ну, лично я не думала, что мы победим, ну, заняли тогда 2-е место. Это было 3 года назад. В этом году тоже планируем принять участие. В редакции «Советской Чувашии» завершается подготовка к спортивному форуму. В этом году он пройдет на стадионе «Олимпийский». Кроме того, в программе эстафеты есть некоторые изменения. Раньше у нас было от 40 ветераны, да, от 40 лет. Теперь у нас отдельно бегут от 40 и от 60, чтобы вот в такой категории. И ветераны спорта действительно очень благодарны. Я не понимаю, почему мы раньше это не делали. Вот на 81-й эстафете получилось. В эту субботу, 7 сентября, участников и болельщиков ждут на стадионе «Олимпийский» в 10 часов. Нагрудные номера участникам будут выдавать с 5 сентября в редакции газеты «Советская Чувашия» в Доме печати.